Друзья, всем еще раз привет, всем ассаламу алейкум, как у вас дела, надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Друзья, на сегодняшнем видео я хотел вам рассказать, как снять деньги, как перевести деньги из России. Сейчас это очень актуально, из России, из любого мира, в общем, можно сюда деньги, из любой страны, я имею в виду, можно деньги перевести. Как это сделать выгодно, как это сделать правильно. Вот золотая корона здесь есть, друзья, в Коми-Алты. Я вам локацию скину. Вот сними, Юля, здесь, чтобы люди поняли. Это получается набережная. И здесь очень хороший мужик, который дает деньги. Ну, в Турции, друзья, как сюда переводите доллары, здесь вам не дают доллары, вам дают лиры. И многие снимают в разных местах. И получается, курсом обманывают, меньше дают. Не обманывают, как бы занижает. Да, занижает немного курс, и получается вам немного невыгодно, если крупную сумму отправить. Что можете переводить, можете здесь снимать. Все. Процесс это как занимает, просто на паспорт отправляете деньги и можете здесь снимать. Сколько по времени здесь деньги должны быть на счету? Когда? День, да? Вроде как бы день или два дня, точно не знаю. Ну, в общем, друзья, вот это место Коми-Алты, его это единственное место где-то в середине. Можно погуглить, на картах есть золотая корона, Western Union, вот. Здесь еще сразу магазин есть, смотрите, очков. Так что по любым вопросам еще пишите, что вам интересно, как переехать. Какой курс здесь? Курс сейчас, смотрите, да, кстати, курс везде ниже, здесь сейчас 18-15 нам дают. Но это тоже как бы не самый супер, но самый более-менее неплохой курс, да. Теперь, давай я сразу расскажу, что касается о квартирах, или потом в следующем видео. Потом. Да. Все, друзья, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Эмиль Сулейман, Юля Плотницкая и наш канал «Русскоговорящий турок». Лайк.